С 1 апреля управлением Пенсионного фонда в Кашхабльском районе ведется прием от работодателей сведений о каждом работающем у него застрахованном лице за март 2017 года. Отчеты принимаются до 17 апреля 2017 года включительно. Ежемесячная отчетность представляется всеми страхователями, состоящими на учете в пенсионном фонде, имеющими трудовые и гражданско-правовые отношения, вне зависимости от факта начисления заработной платы и других вознаграждений. Отчетность по персонифицированному учету необходимо подавать на всех работников, включая и тех, кто находится в отпуске без сохранения заработной платы и декретном отпуске. Обращаем ваше внимание, что с 8 января 2017 года вступило в силу постановление правления Пенсионного фонда от 7 декабря 2016 года номер 1077-П об утверждении формата сведений для ведения индивидуального персонифицированного учета форма СЗВМ. Для того, чтобы подать сведения в новом формате, необходимо воспользоваться последними версиями программ подготовки отчетности в Пенсионный фонд, которые размещены на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации. Успейте отчитаться вовремя, поскольку за непредоставление в установленный срок либо предоставление неполных и недостоверных сведений законодательство предусматривает применение штрафных санкций.